Ранним утром вторника в Волочаевском городке в результате пожара своих автомобилей лишилась молодая супружеская пара. Тойоты, Целика и Олеон были оставлены владельцами бок о бок и также по-семейному разделили свою участь. Хозяев о пожаре оповестил сосед. Домой мужчина вернулся примерно за полчаса до пожара. Выбирая место для парковки, горожанин хотел поставить свой автомобиль рядом с белым купе, но не делать этого заставило какое-то внутреннее чутье. Еще не успев заснуть, автомобилист увидел в окне зарево. Мужчина разбудил автовладельцев и позвонил в службу спасения. Ликвидировать пожар удалось в кратчайшие сроки, но это не помогло спасти иномарки. Повреждены не только моторные отсеки, но и салоны Toyota. Причем, судя по большей площади, первая вспыхнула именно Целика, а уже с нее пламя перекинулось на Олеон. Купе хозяева не использовали уже несколько дней, поэтому в самовозгорании супруги сомневаются. Что стало причиной появления огня – вопрос открытый. Не исключено, что пожар мог стать результатом чьего-то преступного умысла. В инциденте будет разбираться полиция. С места происшествия Денис Коршунов, Ольга Соколова и Андрей Алферов.